Это был обычный день. И я зашел на кухню в ожидании попить немного чайка. Подошел к столу, украл Бову у младшего брата и решил попить воду, но вспомнил, что было в прошлый раз. Немного подумав, я решил не пить воду из этой чашки. Я решил, что надо вылить воду в банку. И я решил ее выпить. Я поплыл. Где я? Нужно попытаться выйти отсюда. А, через дверь. Ха, попробуй выйти через дверь. Ха, я выбрал... Стоп, это та же комната. Блин, попробуй еще раз. Ну теперь-то уж точно получится. Ну снова опять и та же комната. Надо что-то придумать. Погружаюсь в мысли. В мыслях. Посмотри в шкаф. Сделаю наоборот. Выпрыгну в окно. Стоп! Что, заново что ли? Нет, я не сдамся. Где? Выпустите меня! Надо было пить из-под крана. Вывод. Пейте только из-под крана.